Всем привет, с вами канал Разные Обзоры. Сегодня мы разберем механику врагов из демо-версии The Price of Trust, а также разберем новый тизер, и под конец я покажу все анимации скримеров учителей. Начнем, пожалуй, с Лауда. Он далеко видит и хорошо слышит ваш бег, если вы начали бежать при его... Если вы слышите его голос. У Лауда есть способность оглушения. При ее использовании он сам замедляется, но на несколько секунд меньше, чем сам главный герой. Так что если вы где-то застряли, то просто у вас все, выхода нет, вы получаете скример. Скорость Лауда довольно высокая, и она быстрее Людвига. При его преследовании играет Андроус Науч. Теперь поговорим про Людвига. Людвиг слепой и медленный. Он не может увидеть вас только тогда, когда вы стоите на месте. И поэтому, если вы двинетесь или начнете бежать, то он все равно вас заметит. Но чтобы оторваться от него, вам нужно всего лишь постоять какое-то время, и тогда он вас потеряет и просто будет идти по разным местам. Его способностью является ослепление. Если вы будете смотреть на него довольно часто, даже не довольно часто, а довольно долго, то вы ослепнете на определенное время. При преследовании не играет никакой ост, поэтому и это очень легко, ну, очень легко определить, кто за вами бежит. Чтобы понять местоположение всех учителей, можно услышать их шаги, а также фразы. Если вы слышите, допустим, фразу «Ты думаешь, если ослеп, я тебя не вижу?» ну или что-то типа этого, то это Людвиг. Если слышите голос грубый и громкий, это Лауд. Теперь поговорим про новый тизер на странице Game Jolt. На нем мы видим одно из мест школьного двора, где есть вот эти турнички. Также пару фонарных столбов, ну и... При прохождении можно понять то, что это место является тупиковым, и здесь есть две искры осознания. Так что, если при преследовании вы забежите в это место, то выхода вам не будет, и вас поймают. Теперь перейдем к скримерам. И только слова не рвутся наружу от такого. Что думаешь, если я слеп, я тебя не найду? Тебе все равно не сбежать наказание. Задержка после уроков тебе обеспечит. Ну а с вами был канал Разные Обзоры. Всем удачи и пока!